И какова тогда цель войны? Убить всех украинцев, уничтожить Украину, чтобы она не вступила в НАТО или как? Нет, просто НАТО же, когда какая-либо страна вступает в НАТО, соответственно, все члены НАТО, их обороняет армия НАТО. Угу. И вот она должна заступить на территорию этой страны, которая вошла в ее состав. Ну, то есть заступиться, получается. Да, не дать в обиду. То есть нужно напасть обиду, на Украину раньше, пока она в НАТО не вступила. Потому что хочется. Или я не пойму смысл. Ну, не то, что хочется, просто как бы, если Украина вступит в НАТО, армия НАТО тогда, получается, зайдет на территорию Украины, и тогда будет уже, получается... И тогда уже не нападешь. Просто так. Да правильно? Нет, тогда будет страх, что на нас могут напасть. А зачем НАТО нападать на Россию? Ну, потому что Россия испокон веков была огромной территорией с большим количеством ресурсов. Ресурсы! Потому что много ресурсов есть. Да, нефть, газ, золото. Ресурсов? Зачем НАТО нападать на Россию? Ну, потому что Россия испокон веков была огромной территорией с большим количеством ресурсов. Ресурсы! Потому что много ресурсов.